Вот такая техника, Manitou 735 Turbo. Не работает у него, значит, система CleanFix. Вот эти лопасти должны развернуться в другую сторону для того, чтобы в обратку выдать вентилятор. Что происходит при накачке компрессором? По трубке воздух идет, и трубка, которая заходит сюда, вот получается, к ресиверу лопастей, там она пробита. То есть прям чувствуется, что отсюда прям в обратку воздух идет. Сейчас разберу и посмотрю, в чем причина. Вот что получается вот в этом месте. В результате вибраций протерла трубку. Из-за этого система CleanFix не работает. Сейчас попробуем устранить эту неисправность путем замены шланга. Вот таким образом обжатием. Он снял шланг. Как видим, вот где заходит он. Здесь, соответственно, протерла в радиатор и сифонит, соответственно, система не работает. Сейчас кусочек обрежу, на новый хомут посажу и заизолирую здесь участком гофры. Так, поставил хомут новый и в гофру шланг засунул. Сейчас включим зажигание и CleanFix нажмем. Все работает. Угу. Все, выключи теперь.